Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект изучения ПЛК-контроллера. Сегодня продолжим наше знакомство с ПЛК-ВАГа. И давайте сегодня попробуем поработать с веб-визуализацией. Сделаем так, чтобы в веб-визуализации символы, наши российские символы, кириллица, отображались правильно. Сейчас, как видите, они отображаются неправильно. Можем вот обновить визуализацию. Потом я расскажу, почему здесь у нас 4 переменные, а тут у нас всего лишь 2 переменные. Но пока это не важно. Сейчас нам нужно сделать так, чтобы здесь отображалось все российскими буквами. Русский текст. Давайте зайдем в CodeAssist. Выберем онлайн. Читать файл из PLK. И здесь прочитаем из PLK следующий файл. Веб. Вижу. Точка. Htm. И вот сохраним в папку ссылки на рабочем столе. Сохраним. Итак, файл считали. Теперь открываем папку ссылки. Нажимаем на файл WebVision. Затем нажимаем правую кнопку мыши на клавиатуре. И откроем с помощью текстового редактора. С помощью блокнота. Вот мы видим такой текст. Я уже редактировал такой файл для того, чтобы у нас отображалось все хорошо. Нужно вот сейчас откроем этот файл. Открыть с помощью блокнота. И в него нам нужно добавить следующую строчку. Вот эту строчку. Копировать. Вот она наша строчка. Program name. И вот. Здесь полностью эту строчку копируем. И ее вставим в наш файл. Вернее, в наш текстовый документ. Вставим. Закрываем. Сохранить. Теперь давайте зайдем онлайн. Записать файл в PLK. Здесь находим наш файл. Ссылки в веб-вижу. Открыть. Файл записан в PLK. Давайте теперь откроем визуализацию и обновим. Как видите, теперь наш текст кириллица, русские символы читаются отлично. На этом наше небольшое видео завершим. Спасибо.